Доброе утро, мы завтракаем. Граф перепрыгнул и стоит, ждет свою порцию. Да, граф? Может, не надо? Рожа смешно. Кимка, найди. Ой, ты играй. Ой, нет, нет, нет. Извини, я не смогу. Все, граф, нет, нет, граф, люди, за столом нельзя кормить собак. Граф, давай иди. Без... Нет. Делает, видишь, что не... Граф, сюда иди. Граф. Давай, быстро. Иди. Молодцы. Все, нельзя. Так, пойду уже закрою. Чего мы там на шибенке на туда на шибенке нормально сейчас это тоже берет. Муска, нет, давай иди. Муска, прыгай. Муса, давай прыгай. Прыгай. чуть не застрял. Все, нельзя, нельзя. Не, хотя да, обратно прыгал. Все, как она меня встречает, сразу видишь, я иду, сразу вылетаю. О, уже лазит все лучше и лучше. Сейчас закапаю. Все, обработали глазик. Ребята делают колонны наверх. Главный прораб идет на стройку. Но... Короче, Симба ее прогоняет. Не пойму, что делать. Лапу ее бьет. Я вот так погладил, он обрадовался и наполнил. Молодец. Строитель. Ну, потом он был такой красивый как-то. Короче, Симба тут на всех смешит, бегает, прыгает, что-то и резко ложится потом. Бегает, на деревья запрыгивает. Короче, смешно так себя ведет. На дерево слег. Ладно, я в жопе шею, извиняюсь. Молодец. Офигеть, ребят, вы сейчас не видели. Он галопом прилетел, прям аж трава эта зазвенела. А там со мной ходит. Я его даже не звал, он даже прилетел. Стартует. Знаете, ему нравится быть лидером. Он ту кошку побил по мелочи, дымку. И герой такой. Типа я такой мощный. И на публику играет хорошо тоже. Молодец. Молодец. Не облизывай меня. А что ты все грязно играли? Поэтому... жаркость.
Надо. Над землей посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту неимоверную. Поймешь ли ты, не знаю я. Тихо. Не удержал я на... Тихо, не прыгать. Да. Молодцы. Так, пришло время занятий с собаками, потому что у нас да, молодцы, умнич, потому что у нас погода-то ништяковая. Так, надо их погладить, а то погода-то прохладненькая. Сможете на меня прыгать? Я вам не дам на меня прыгать. Тихо, эй, вы чё, ребятки, вы чё так злитесь? Нельзя. Багирка так остался до меня. Они у меня гладиться-то не умеют. Что-то у Багирки глаза посинели аж. Вы чё? Всё, спать радуется, тихо. Любовь, порой порывы, страсть. Тихо! Поймешь ли ты, не знаю я, не удержал я наше счастье. Поверь, но я любил тебя. Умнички, все умнички. Погода такая, вот для съемок шикардосная, видите как? Даже GoPro светло показывает. Все, довольны. Так, к нам приехал оператор и говорит, давай снимать. Я говорю, давай. Нет, граф. Граф, иди. Нельзя, граф. Нельзя, граф. Кимка, правильно прогоняй их наши. Нельзя. Только не открой, чтобы граф не... Кими! Кими! Да она не будет драться. Кими! Кими! Да куда она ее погнал? Пусть знает свое место. Задолбали все сюда прут. Кофе? У нас, братан, съемочный день. Кими! Ща, приехали просто до меня. Молодец, ай, красавец. Ой-ой-ой, что? Так, а ну, уйди отсюда. Да. Молодец, Кимка, иди сюда. Да не бойтесь, да они не тронут. Ну, чего вы боитесь сразу? Кими, иди сюда. Кими, иди сюда. Задолбали меня, иди отсюда. Блин, пошел отсюда нахер. Кими, иди сюда, Кимка, стой. Надо. Все, пой. Так, все, это разминка для Кими была. Кимка, давай. Блин. Нельзя? Нет. Все, тихо.
Ребят, сейчас такая гром ударил, прям я аж дернулся, если честно. А Кими, молодец, вообще не боится. Спокойно лежала, прям как будто шандарахнула, прям очень сильно, Вот. Наш оператор Николай изучает технику. Молодец, кстати. Он вообще не разбирается в этом, но уже много что понимает. Толковый парень. Чё ты молодец. Все, Спайк, возьми мяч. Нет. Он уже другое увидел. Возьми. Все, идите гулять. Иди, Спайк, иди. Киарочка, иди. Киара, хватит к нему лезть. Иди, Киарка, иди.